добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел инструмент для того, чтобы проводить кабельные работы, а именно сетевое обеспечение вашей квартиры, производства и так далее. Обжимать витую пару, либо прокладывать телефонный кабель. Данный инструмент универсальный, предназначен для обработки как кабеля, так и обжима соответствующих розеток и поставляется, исходя из вариантов поставок. В данном случае это универсальный, как говорил, для витой пары сетевого обслуживания и для телефонных кабелей и розеток, чтобы проводить внутри квартиры, дома, предприятия. То есть себя представляет данный инструмент. Сейчас мы его распакуем. Поставляется вот в таком варианте, помимо обычного серого пакета, который доставляется из Китая. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Внутри у нас располагается инструмент. Давайте посмотрим более внимательно, что он себя представляет. Итак, распаковываем. Да, кстати, вот здесь вот обозначен, что за модель. HT-168. Для двух вариантов применения, для витой пары и для телефонного кабеля. И вот здесь вот продемонстрировано инструкции, что данный инструмент может делать. И, может быть, я даже и покажу, как это приблизительно на одном из примеров. Здесь есть зацеп, чтобы удерживать в нерабочем состоянии, когда он у вас хранится. Здесь вот у нас представлено инструмент для обжима обычных розеток витой пары и розеток под телефонную связь. Дальше этими резцами, если вам необходимо оголить провод, избавиться от изолятора на определенную длину, все это здесь возможно сделать. Также здесь возможно выполнить обрезку изолятора витой пары наружную, вот эту вот. Но обрезает только круглые. Есть еще плоский вариант кабеля. А здесь, благодаря этому варианту, обрезает непосредственно кабель. То есть можно полностью его обрезать на определенную длину, там чуть-чуть, исходя из размеров. Все выполнено из металла, за исключением ручек. Ручки, как обычно, пластиковые, чтобы в случае чего вас не ударило током. Иногда и такое бывает. Ну и давайте сейчас посмотрим, как этот инструмент работает. И продемонстрирую вот я на этом вот части кабеля, как зажимаю эту розетку. Да, существуют различные обжимные варианты витой пары. Сейчас я вставлю рисуночек, и вы можете наблюдать, выбираете один из вариантов. Итак, приступаем, как у нас данный инструмент осуществляет работу с кабелем и обжимом витой пары. Итак, я вам продемонстрировал инструмент, благодаря которому вы можете проводить сети как обычные витой пары, так и сети телефонии, для того, чтобы обжимать провод и зажимать розетку для использования. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию для ознакомления. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно.
Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.